Вот в мое время такого не было. Вас снимали. В воскресенье соревнования. 15 человек из Нахальни, самбистов, нет. Поэтому, чтобы все выступали. То есть, где на всероссийский, где на всероссийский. Да. Будет с кем побороться. В том числе приедут солдаты со срочной службы у нас. Это для со взрослыми. Алхилов Абдулаев. Я. Витя. Я. Магомед. Я. Бабаев. Гаврилов. Лазов. Дворецкий. Долгатов. Я. Долгов. Я. Жердин. Я. Жигарев. Жирков. Я. Завершинский. Я. Ивлев. Я. Карпачев. Гавричев. Я. Берег. Я. Уже в другом театре постоянно выступать тоже. Два раза в месяц.
Готовы? Вань, да. Переведу это съемки, и один дубль не обойдется. Ну, два раза будет. Готов? Да. Похлопали, что встали тут? Вот так каждый должен делать. Еще раз. И вот с этого ракурса. Да. Сейчас что мы делаем? Объяснение? Все удары. Голову, корпус, пусковой. Абсолютно все удары. Второй номер отвечает левой рукой, когда он хочет, абсолютно. То есть он может защититься туда и ждем его. Он атакует вас сегодня. Опять двигаемся, не работаем, двигаемся, ждем ее. Оп. Опять двигаемся. Жду. Оп, шаг назад, пожалуйста. Пять сюда. Жду. Оп, уклон. Понятно, что делаем? Потом будем развиваться. Поехали. Вот здесь очень много свободного места, что у нас там есть.
правый, левый, правый. После чего, вспоминаем, что в бою что происходит, после серии обычно люди отбегают назад, правильно? Отбегают и все, дистанция меняется. Потом они хотят либо войти, либо, соответственно, встретить. Что мы делаем? Мы ждем этого момента и вкручиваемся в уширку туда. Я работаю спокойно, после шага назад ты на меня идешь. Жду ее, жду, она мне раз ответила, шаг назад пошел. Раз, два, три, она отошла. И вот он момент, видите, она все уже хочет подойти. В этот момент я вкручиваюсь. Бам туда. Старайтесь дистанцию набрать. Раз, два. Оп, бам, бам, бам. Бам, встретил. Опять. Бам, бам, бам. Бам, встретил. Понятно? Бьешь левый мне, да, ждешь? Я раз ответил тебе. Оп, и сели. Бам, бам. Видишь, я отошел, я отошел. И тут подошел, ты в этот момент встречаешь. Понял? Отошел, подошел потом. Нет, не дождался. Все, нет, все.
делать, только в темпе все должно быть. Ты возьми, возьми как валюту, раз штапель берешь. Захват. Вот взял, да. Вот. Еще раз только в темпе, ты не успел, верху, ты не успел ногу зайти. Еще раз сделал. Бомби. Ножку, ты видишь, не закидываешь справа сюда. Что у тебя? Давай, сделай, нажимай, красиво. Ножку закинь туда, правую, левую. И вот, вот. Хорошо. И сделай сейчас в темпе, подвигайтесь, как в бою. Понял, Тимок, ты особо ничего не делаешь, двигаешься, ждешь, когда она ножку ударит. А ты поджибируй, да? Оп, взял, и вот, еще раз делай. Ручки делаешь.
А кто с двумя флагами? Надо раз третий сделать. Давай. Соберись, тряпка. Может, скакалку взять? Надо. Давай, соберись. Все. Ты вас убей. Секунд 20. Все, да, не Хорошо, хорошо, инженер. Не сюда, не пей.
из этого положения мы проходим, соперник нас блокирует. Что мы делаем? Обычно бывает, когда соперник берет за пояс, либо за кимоно, за кимоно как бы обхватывает вас. Здесь мы не теряемся, что мы делаем? Забираем локоть, подсаживаемся под него, видите, подсел под него, забираю бедро и начинаю назад падать аккуратненько. Оп, и его переворачиваю. Здесь я ножку отпустил, соответственно, вообще в идеале мы забираем его вторую. Лок. Вот он забрал, да, меня? Что я делаю? Обязательно, ребят, смотрите, я локоть забираю. Локоть нужно забрать. Присел. Присел, начиная назад. Его тянуть. И плечиком я его приподнимаю и рукой. Получается такой вот бросок. Оп. Здесь сразу же перехожу и фиксирую. И руки можно посильнее его Здесь что я делаю? Я его зафиксировал, идет спад на колено, спад на колено, и правой ручкой я туда под него пролазил. Посмотрите, здесь левой рукой я забрал еще, я уходит туда под него вместе с ним. Ошибка будет, если вы упадете рядом, это неправильно, он не перевернется, вы должны под него залезть. Мы взяли, под него залазим туда, раз, спад на колено, и под него, оп. Здесь не отпускаю, фиксируем замок и побежал. Вот, раз, лоб. Все, зафиксировали, головой прижали, все. Здесь, вот, видите, держу. Рука уходит под него, с плечом туда полностью головой. Спад на колено и сразу прохожу. Оп. Здесь беру левой рукой свой правый бицепс, правой рукой за кимоно и побежал. Отпустите, не пьяный девочка. Понял? Долго.